Доброе утро, господин управляющий. Доброе утро, Чеха. Да. А ты все сразу воюешь, да? Да. Умная она, шустрая. Все видит, все понимает. А вы не грустите, господин управляющий. Все будет хорошо. А с чего ты взял, что я грущу? Старого Чеха не проведешь. Ведь недаром наши люди говорят, что у мадам Борисовны не было лучшего управляющего, чем было ты. Благодарю тебя, Чеха, на добром слове. Не за что, не за что. Итак, я Беллатер, управляющий графини Мариц. Да удивились, когда прочли вот это.
прозвище, Драгомир Смирна. Вот, читай. Те. Кто? Те. Читай, те. Те уже читали. Ты читай. Читай. Молодой человек, желающий жениться, ищет пожилого, опытного человека, который бы его отговорил от этой затеи. Ты что читаешь? То, что написано. Ты разве можешь читать все, что написано? Читай, куда тебе пальцем ткнул. Ну, мы здесь и ткнули. Да? Ну, значит, я дела попал. Читай, те. Вот я буду читать, а ты стой слушай. Давай. Графиня Марица и Колованом Зубом объявляют о своей помолвке. Да, объявляют. Ну что он это скажет? Мадам Марица послала меня вперед, чтобы я здесь все приготовил. Потому что мадам Марица решила, что помолвка должна состояться здесь, в этом предполечье. Да ничего, ничего. Сегодня вечером мы едем обратно в город и будем там кутить до утра. Каково? Каково? Я мечтал на ней жениться. Но она выходит замуж у другого. Ну что ты на это скажешь? Морец, не волнуйся. Драгомир Смирна. Ну что ты на это? Чека, ты все слышишь? Проверь. Поди распорядись, а я пойду переоденусь. Слушай. Ты любишь тебя, моя любовь, я не помню, я не знаю.
экипажа, но ваши лошади при виде меня почему-то шарахаются в стороны. Я готов вас вытащить из Кремнендуна. Ну вы почему-то не падаете в воду. Барон, из-за вас, мне кажется, я не упаду. Итак, помолвка. Да, господа, помолвка. Она сегодня состоится. Ну где же этот жених? Где же этот загадочный дурак? Его же никто не видит. Знаете, господа, он, к сожалению, сегодня не сможет к нам приехать. Его задержали. Не отложные дела, но мы с ним договорились. Сегодня ровно в 6 часов. Мы отпразднуем с ним помолвку под открытым небом. Только он там, а я здесь с вами. Помолвка на расстоянии. Морец, не волнуйся. Не волнуйся, барон. Я думаю, вы увидите его на свадьбе. Уж на свадьбе-то он наверняка появится. Простите, если я помешал. В чем дело, барон? Кто это? Разрешите представиться. Белла Террис, я ваш новый управляющий. Вот. А почему вы не представились при общей встрече? Простите меня, графиня, но я... Верхом обезжал имение, и мне необходимо было переодеться. Слыхали, барон? Да. Мой управляющий заботится о своей туалете. Да. Браво, браво. Я очень рада, что у него такой элегантный управляющий. А сразу, можете идти? Еще раз прошу прощения, но я боялся, что, представившись только завтра, я допущу без завтра. Управляющий? А вы, собственно, куда? Но вы меня только что изволили отпустить. А потому что мне так захотелось. А сейчас я хочу, чтобы вы остались. Да, вы меня поняли. Я заслужили в последнее время. Я не вам. А, служил. Да. В имени графа Эндрити. Граф Эндрити? Так ведь это очень, очень обрадует Лизу. Лизу? Конечно. Вы знаете мою... Вы знаете дочь моего бывшего хозяина? Конечно, мы к вечеру ее ожидаем здесь. Лиза будет здесь? Да. А что такое? Мне кажется, вы чем-то взволнованы. Неправда ли? Нет, не взволнованы. Прекрасно, ну и не переживайте, потому что я никогда не вмешиваюсь в частную жизнь моих служащих. Графиня, ну я прошу вас. Пожалуйста, барон. Я. Вашу руку? Выбирайте любую, дорогая. Они обе принадлежат вам. Даже если бы их было три. Лиза здесь, в гостях у Марии. Черт, что же мне делать? Рассказать ей всю правду. Она взрослая и все поймет. Лиза! Мой дорогой Тахима! Как же я рад тебя видеть, Лиза! А я так соскучилась! Лиза, как ты хорошо выглядишь! Спасибо! Тахима, а что это за шутка? Какая? Я поняла! Вы с Марией решили устроить мне сюрприз, да? Пойдем! Лиза, подожди! Пойдем, она обидится! Лиза, подожди! Лиза! Лиза, садись! Мне нужно с тобой поговорить. Боже, как торжественно! Ну? Лиза, что бы ты сказала, если бы узнала, что я здесь не просто гость? А кто? А скажем, управляющий. Граф спросила, Эндрюти управляющий. Я понимаю, ты, конечно, не веришь. Ну, конечно, спроси. Чека! Да, я здесь. В котором часу ты должен меня завтра разбудить? Помню, господин управляющий, ровно в 6 утра вам нужно ехать на виноградник.
Благодарю тебя, Чеха. Ну, теперь верь. Не верю. Лиза. Спасибо. Только скажу, что я маленькая. Ничего не понимаю. Находиться вблизи дам, которую влюблены. Всегда изображают какого-нибудь управляющего. Лиза, тише. Что? Тише, а то меня уволят. Спасибо, ты не волнуйся. Это очень милая шутка. А тебя не выдам. Вот это, да. Мудрая моя, не
заседание, на котором мы единогласно решили, что в награду за ваше вероломное обручение вы нам всем подарите по поцелую. Ну, я как председатель, естественно, получаю два. Барон, я с большим удовольствием, но, к сожалению, ничего не получится. Чуть-чуть. Больше них жутко ревнит. Опять этот жених, да. Опять этот загадочный, да, зуб. Да. Но можно ли хоть увидеть его портрет, как он выглядит? Боже, это не мужчина. Это просто картинка. Она Маринка. Да. С вами почитай, что я говорил. Кто? Господин Колобан. Колобан. Значит, он все-таки приехал. Да, господа, он все-таки приехал. Ах, что я сейчас с ним сделаю? Мадам Марица, как же ваше поцелуй? А, я придумал, чтобы при раздаче не было так. Я их получаю всех, а потом им раздам. Я ничего не понимаю! Что теперь делать? Откуда я знаю, что теперь делать? Я предполагала все, что угодно. Только не это, Лиза, что мне делать? А может, ты... Нет, нет, ты не сможешь. А может, поступай, Лиза? Прости. Прошу вас! Здрасте! 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 Я хотел бы видеть хозяйку этого дома, мадам Марит. Это я. Вы? Я. Здорово! Интересно! Колобан Зубан из Вородина. Живые свиньи, окорока колбасы, оптом и в розницу. Господи, вы Колобан Зубан, да? Колобан Зубан. Молодой человек. Вы в это уверены? То есть как? Я так называюсь с самого раннего детства. С вашего милостивого разрешения. Да, тут уж ничего не поделаешь. Пожалуйста, присаживайся. Прошу. Я не поняла, чем я могу быть вам полезна. То есть как? Третьего дня влетает ко мне приятный привет в руках. Да. И говорит... Ты читал? Читали, как нам сообщают, Колобан Зубан и графиня Марица объявляют о собственной помолвке. Неужели не успел я это дочитать, как мне так приятно? Кричат, женщина, никому ничего не сообщаешь. Что ты началось? Цыган, шампанское, цветы вечером. Я думал, что я уже невеста. Кто? Жени. На другой день я... Я приезжаю в город и узнаю, что вы поехали отпраздновать нашу помолвку сюда. Я и подумал, должен же я быть на собственной помолвке. Так что я здесь прошу, пожалуйста. Молодой человек, я, правда, не знаю, чем могу быть вам полезна. Не знаю. Вы совершенно напрасно изволили себя беспокоить. Что? Ну, потому что мой жених, он... Другой? Что? Да! Он барон Зубан! Я! Я единственный отпрыск славного рода Зубана, и помолвка может состояться только со мной! Да, придется сознаться. Можно вас минуточку? Вы знаете, у меня беда. Да. Как только мужчина видит меня две минуты, да, внутри, да, он тут же мне говорит Марица. Я вас люблю и хочу на вас жениться. Понимаете? Мадам, я вас люблю и хочу на вас жениться. Ну, а почему вы действительно вам не выйти за меня замуж? Вы знаете, моя мама, она говорит, что я очень красив. Правда? Да, здесь, правда, свет падает
очень невыгодно. Ваша мама права. Да, 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 лицо у меня глуповатое, но внутри, черт знает, что творится. Да! Ой, я совсем забыл. У меня праздники живут 18 тысяч маленьких, розовеньких, откормленных свинок. Скажи, у вас свинки есть? У меня 20 тысяч. 20 тысяч! Куда принимаете? 20 тысяч свинок и 18. А что? Что если мы соединим мои 18 тысяч маленьких розовеньких свинок и ваши 20 тысяч маленьких откормленных? Это же будет! Ну что это будет? Ну и величайшее свинство! Ну неужели вы так жаждете жениться? Я и как жажду! Спокойной ночи.
хорошо работал. А теперь приехали эти господа. Я стал как-то. И управляющего не забыли. Что управляющего? Мадам Марина посылает вам по привычку венца и желает, чтобы у вас Oh,
прислать самого лошадь. Десяти успеваем на барет и будем там крутить до зари. Разрешите сесть в экипаж рядом с вами. Нет, нет, не успею.
все по-прежнему, как было.
пожалуйста, 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 располагайтесь. Там вам придется подождать. Может, так? Это еще почему? Она боится не дома. Поле на ферме или на скотном дворе. Что? На скотном дворе? А мадам каждый день объезжает владение, во что входит, всем интересуется. И так и светит, которая она в деревне. Чего не сделаешь, а купит. А потом обычно она купается в Дунае. Чего? А вот и мадам. Кто к нам приехал? Твои телохранителями и пожар по случаю твоего сегодняшнего торжественного возвращения в город. Город? Как город? А что такое? Нет, но я надеялся, что вы, наконец, сегодня разрешите мне предоставить отчет об управлении имением. Сегодня? Да, но есть документы, не терпящие отлагать. Ну, хорошо, хорошо, я вас... Сегодня приму. Да, давайте говорим. Я хочу для нашей маленькой компании организовать ужин в весном павильоне. Вы? Да, да. Вы должны нас всех вести в стакан. Как? Всех сразу? Но у меня рук не хватит. Да хватит, хватит. Мы установим очередь. Да, да. Это прекрасно. Придете во Праге. Слушаюсь. Разрешите идти. Ступайте. Какой милый! Какой же он очаровательный! Да. А что такое? Я не понимаю. Скажите, что? Что слышно новенького? Наша Лиза по уши влюблена. Молчи, и ты знаешь кого? Да молчи! Лизочка, меня вовсе не интересует, в кого ты влюблена. Вообще, пора переодеваться. Завтра обратно в город. Она, наверное, влюблена. А почему вы ее? Что? Зубана? Такой очаровательный! Здрасте! Здрасте! Вот. Здрасте! Здрасте! Как хорошо, что я вас встретил! Вы знаете, я ехал сюда и думал, вспоминает ли она обо мне. Ну, если да, то как часто? Вспоминает. А я еще думал, а может быть, она иногда даже видит меня во сне. А если да, то в каком виде? Понимаете, этого я вам сказать не могу. Тогда я спрошу у нее самой. Сума! Кого? У Марии. Так вы что, говорили о Марии? Да. Вы влюблены в нее? Влюблю. И пылаете? Пылаю. Да.
кровати туда и обратно. Сердце все время делает. Сердце все время делает. Тик-так, тик-так, тик-так. Да, точно так же, как у меня. Лисочка, а кто? Кто этот негодяй, который смеет не отвечать вам взаимностью? Этот негодяй? Да. Он любит другую. Любит другую? Которая только издевается над ним. Издевается? И избывается? Да. Знаете, что, Лисочка? Что? Я с ним разделаюсь. Да я ему наговорю массу величайших дерзостей. Знаете, что я ему скажу? Что? Я ему скажу, смотри, ты что, слепой? Ну как можно равнодушно проходить мимо этого обворожительного создания? Мимо этой чудной кудрявой головы. Я ему скажу, пень простой. Осина. Осина. Как можно равнодушно пройти мимо этого обворожительного личика? И вам целовать. Вот так. Понял? Учись, пока я жив. Ну что, понял? Нет, он, кажется, не понял. Он, кажется, понял. Лизочка. Лизочка. Нет, я не могу, Лизочка. Почему? Если бы я не был помолвлен с Марией. И что? Что бы было тогда? Ну тогда во сне я веду только вас. Ну, вас! Я вижу сон. Да прелестно, жить мне со всех сторон. Ну, один и там, и
говорить с вами о нашей помолвке? Опять? Заставила меня слушаться вас. Опять помолвка? Да? Ну почему вы не можете забыть об этой помолвке? В конце концов. Ты на помолвку! Ой, ну вы, конечно, просто так. Ну, мои мамы и папы сказали, ну, раз на эти напечатано, да, значит, ты должен жениться. Понятно. Ну, потому что у нашей фирмы такое правило, что с воду упало, того не вырубишь топором. Угу. Что мы с вами поженимся, это, конечно, решено. Да? Как интересно. Да, но только есть одно маленькое, прошу вас, маленькое препятствие. Какая жалость препятствия? Ой, в сущности это пустяки. Понимаете, препятствие это ваши. Что? Да? Что у вас? Действительно так много денег? Да, у меня денег достаточно. Жаль. Боже мой, как жаль. Только что получил письмо от моего нотариуса. Он пишет. Ну, прочитала вашей помолвке с графиней Марицей. И напоминаю о духовном завещании вашего. Кстати, там есть пункт, что зубом только тогда вступит владение наследством, если женится на действительно приятной девушке, у которой на теле нет даже рубашки. Скажите, у вас рубашка есть? Молодой человек. Вы просто не могу. Понимаете, историю с рубашкой я придумал мой брат. Ну, говорят, что он сумасшедший. Да? Иначе, ну да. Иначе все мое состояние пойдет на постройку института красоты для беспризорных свинок в Растине. Да, тут уж ничего не поделаешь. Ну как ничего не поделаешь? А вы раздайте все эти рубашки. Вот вы себе деньги. А у меня хватит. Хорошо. Я подумаю, а так вы больше от меня ничего не желаете? Миссис Прошу, вот. Я хотел бы отвезти вас. Куда? В каковое? В какое? Прыгающую лягушку. Замечательно. Да. А вот как раз прыгающую лягушку меня пригласит в вагон. И да, мы приехали от него поэтому. Все время опасно. Популеску, ну поедемте со мной. Нет. Ну пусть Популеску лопнет от зависти. А Популеску никогда не лопается. Не волнуйся, драгонец, Стив. Очаровательно боится. Ну позвольте, пожалуйста. Да что? А с зубом шалом. Хотели отвезти ее в кабаре, как вы опоздали. Я ее уже пригласил. Я приготовил там бой цветов, бой серпантин и бой физиономии. Мой милый, юный друг, когда надо быть галантным, Популеску никто не прищеголяет, не то что некоторые. Господа Марина, вы не желаете ехать в кабаре? Нет, не желаю. Стресс! Господа, Марица не желает ехать в кабаре. Так кабаре приехала к Марице. Да! Thank you.
сегодня так счастлива. Я готова обнять весь мир. Начните с меня, дорогая. После этого вам никого не захочется обнимать. Мадам Марина, скажите, ну сбылись предсказания цыган? Да, сбылись. Целый месяц. На это я вам отвечу совершенно точно. Друзья мои, вас это не касается. Вас это не касается. Вас это не касается. Вас это не касается. Пойдемте, господа. Мадам Марина, я готов. Насчет ужина в лесном павильоне? Вы знаете, мне кажется, из этого ничего не будет. Потому что ко мне приехали гости, но раз уж вы пришли, оставайтесь. Я вас очень прошу. Ну, раз уж вы пришли, можете остаться. Можете остаться! Господин Прорай, хоть вы и знатный гость в этом доме, но все же сходите на конюшню и попросите, чтоб там не забыли напоить мою морду. Хорошо, я сейчас пошлю. Кого пошлю? Господин Прорай, вам сегодня разрешено выпить бокальчик шампанского Мальта Шандон. Благодарю вас. Я надеюсь, вы мне его и подадите. Вышло! Вышло! Ничего у вас не вышло! Что ты ржешь, мой конь ретивый? Осел приветливо спросил. Нет, не я подам. Вам подаст вот этот буфетный мальчик. Что? Молчи. Нет, я так больше не могу. У него не хватает остроумия. А я буду его оттачивать. Давайте оттачивать, а я буду полировать. Поскольку вы здесь, то можете посмотреть, как веселятся порядочные люди. На кого же здесь вы прикажете мне смотреть? Ну, хотя бы на меня. Да. На него можете не смотреть. Второй нахал. Благодарю вас, буфетный мальчик. А, вышло, 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 вышло. Что? Вы меня оскорбили, я ухожу. Вместе начали эту операцию, вместе и закончим. Напялил на себя фрак, да. И думаю, что его примут за аристократа. За аристократа, а сам напоминает официанта из кабаре. Пляшущая лягушка. Господа, да. Да. Позвольте мне вместе с вами посмеяться. Пожалуйста. Ты смотришь, ну как ты сказал. Ха-ха-ха. Какой заразительный смех. Жизнь не радует. Такова жизнь, господа. Да. Бывают лакеи с наружностью графа. Да. Да. Но еще живут князья и бароны. Да. Которые ведут тебя. Да. Как отъявленные храмы. Вот это отполировал. Морис, не волнуйся, Драгомир Смир. Морис. Эй, цыган, песню нам. Что не имею права здесь так разговаривать. Выпейте-ка шампанского. Я ведь все слышу. Чек. Да. Чек. В котором часу отходит ближайший поезд в город? Только в 4 утра. Сейчас напишу письмо, отправишь его на станцию. Слушаю. А все-таки выпейте шампанского и успокойтесь. Спасибо, Чека, не надо. Надо. Спасибо, спасибо. А все-таки выпейте сам чек. Дорогой друг, ты был прав. Оставаться здесь я больше не в силах. Я слишком на себя понадеялся. Но как же нельзя? Бедная моя сестра. Нет, ради ее приданого я должен позабыть о своем достоинстве, оставшись здесь. Черт, городский суд. На первой пустой неприятности. Приданное, надежда на лучшее будущее и
Почему вы не пошли с нами? Почему остались в одиночестве? Но вы же приказали мне остаться. А потом, я люблю одиночество. А я люблю видеть веселые лица. Капризов у меня у самой. Вред оставишь. Ну что ж, вам стоит только приказать, и мое выражение лица тут же изменится. Да что случилось? Расскажите мне что-нибудь о себе. Да-да. О вашей юности, например. Я ведь о вас совершенно ничего не знаю. Моя история слишком обыкновенная. История незаметного молодого человека. Ах, какая скромность. Садитесь. Рассказывайте. Ну, я приказываю. Ну, моя история слишком обыкновенная, история незаметного молодого человека. Понятно. Ну, конечно, я родился. Да, об этом я догадалась. Я сын бедных, но честных родителей. Понятно. Отец все же дал нам приличное образование, он был учителем народной школы. Да. И семья была у нас многочисленная. 7 душ детей. Да. 5 мальчиков и 6 девочек. Сколько? Нет, 6 мальчиков и 8 девочек. Простите, давайте не будем об этом. Это так скучно. Подождите, я к вам привыкла за этот месяц. И мне с вами гораздо интереснее, чем с другими. Правда? Это потому, что вы лучше всех окружающих. У вас друзей, знакомых. Ведь среди них нет ни одного достойного вас. Просто сердце ваше просит. Простите, я сказал что-то лишнее. Я лучше... Нет! Не уходите. Не уходите, пожалуйста. Ну, говорите. Говорите еще, говорите все, что... Подошел к ней, сжал бы ее в свои объятия и сказал бы: я люблю тебя, люблю. А ведь неплохо живется бедным девушкам. Я бы наговорил мне тысячи всяких нежных, как и говорят все своим влюбленным девушкам. Например? Спасибо.
герой. La 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 la
Милый друг. Мадам Марица! Мадам Марица! Сейчас, господа, одну минуточку. Да. Ну, поздравляю вас с вашим управляющим. У него исключительные способности. Я благодарю вас, браво. Он очень милый и одаренный. О, как я вас понимаю. Он вообще имеет большой успех у дам. Графиня Лиза такого же мнения. Лиза? Лиза, Лиза. Это благородный, интеллигентный, воспитанный. Я их выследил и видел, как они целовались. Господин барон меня совершенно не волнует. Поцелуй моего управляющего. А вы прочтите эту письмецо. Эта переписка должна вас заинтересовать. Милый друг, ты был прав оставаться здесь, я больше не в силах. Я слишком на себя понадеялся, но несмотря на все, я здесь остаюсь. Не успокоюсь, пока не добьюсь цели. Приданное, надежды на лучшее. Ну, что вы скажете об этом письме? Какой предприимчивый молодой человек. Решил поправить свое материальное положение, женившись. Но пока... В письме так и сказано. Приданное надежды на лучшее будущее. Если это правда, как он ошибся? Мадам Марица, прикажите, я его пристрелю. Благодарю вас, барон. Это туда. Я отпарирую. Ну вот и пристроил человечка. Thank you.
Какой мы знаем вино пили? Оно мне ударило в голову, а вам в ноги. Мы пили вино, которое поражает слабые места. Эх, ты здорово с вами отплелся. Ах, вы мое счастье, Лиза Рубашечная! Я вам выложу, Лиза.
А там молитва. Там какие-то посетители живут. Очень странные люди. Я их пока не пускаю. Ну, не пускай, не пускай. Мне совершенно все равно. Они уже часа два гуляют. И что? Ну, пусть пойдут. Послушай, да. Ты не видел нашего управляющего? Нет. Нет? Нет, дома нет, нигде нет. Но он обязательно явится сюда. Потому что лошади, которые повезут его на станцию, готовы. Спасибо, Дорожочек. Ступай. Спасибо. И мне он торопится. Господи, как я устала, а? Так все. Замуж выхожу. За первого встречного, кто попадется мне на глаза. Погода? Да. Не идет. А вы знаете,
ни одной тучки. Да. А дождик собирается. Не идет же. Молитва. Да. Вы читали книжку «Тысяча и одно ночью»? Читала. Ну что вы, женщины, нас мучите? Обычно мучаете, угнетаете и притесняете. Да? Да, об этом вижут все ученые, астрономы, свиноводы, щитоводы. Почему он не идет, а? А вот они и сами идут, щитоводы. Есть один человек, который безумно в вас влюблен. Вы не смеете вам открыться. Понимаете, вы должны первый сделать шаг. Первый броситься ему на шею. Да. Верно. Да. Я готова. Я согласна с вашей женой. Жука! У меня ноги кривые. Здесь вы найдете все документы для моего заместителя. Чтобы он не запутался, мой заместитель. Я думала, во всем разберется ваш заместитель. Да, я видел. Что вы видели? Но вы же видели, что я видел даже то, чего мне не следовало говорить. Я ничего не знаю. Замечательно. А может быть, вы хотите получить рекомендацию? Ну, если вы придаете этому большое значение, пожалуйста. Чудовище. Хорошо. Я напишу. А как вас? Белла. Белла Терри. Белла Терри. Да, я сейчас вспомнила. Итак, Белла Терек служил у меня в качестве управляющего. Да. Был верным и преданным, как никто другой до него. Как никто другой до него? Другой есть? Другой есть. Он отдавал всю душу, все свое сердце. Но... Говорите, пожалуйста, дальше. На улучшение породы коров и овец. А также исполнял свои обязанности с большим старанием и большой любовью. Большая любовь есть. Большая любовь есть. Ой, Клинч. Этот идиот, ее большая любовь. Все готово. Пожалуйста, господин управляющий, получите вашу рекомендацию. Благодарю вас. Мадам Марисе, разрешите вас поблагодарить и пожелать вам всего самого наилучшего. Всего доброго. Прощай. Прощайте. Прощайте. О! Мне почему-то показалось, что вы что-то сказали. Да? Ни слова. Ни слова? Ни слова. Ах, ни слова! Ох! Это мужчина! Женщины, женщины.
скажи, как докладывать? Так. И о ком докладывать? Слушай, барышня. Мой дорогой коллега, я тебе уже 5 раз говорил. Да. Иди к своей госпоже и скажи, что княжна Божена Эндра ей тут. Ага. Скажи, что она тает на солнце уже 3 часа. Ага. И если она будет таять с одной стороны, то будет лужа с другой стороны. Ты знаешь нашего-то Сила? Нет. Но он служит у вас в качестве управляющего. Нашего управляющего зовут Белла Тейн. О! Иди зови не ее, а его. Ступай. Финиш, я так волнуюсь. Не надо. Финиш, какой? Спирту, спирту. Спирту. Все, вынюхали. Ой, хватит. Ничего, ничего, подожди. Бабушка. Чего? Она же перезрела!
Она ведь не старше меня лет на 16. Да, Дилла, но ведь она же необычайно богата. Но она же горбатая. Так с одной стороны. Ну, а с другой? Берите, что ли, с другой берите. Тетя, пойдемте к Лизе, а? Иди, иди, я сейчас. Финишек, бери свою невесту обратно и скажи ей, что она не для меня. Я не могу, к сожалению, ей сказать. Почему? Она не услышит. Да почему не услышит? Она глуха на оба уха. Ах ты, старый мошенник. Финишек, мой план рухнул. Да? Я думаю, что он ее не возьмет. Марыш, я бы ее тоже не взял. Ой, Финишек, мне кажется, что между Софилой и Марисой что-то есть. Что-то есть? Да, Финишек, да. Ты знаменитый дипломат. С одной стороны. Ты выдающийся детектив. Не знаю, что это такое, но, наверное, с другой стороны. Финишек, а? Ты останешься здесь. Так? Разузнай, разнюхай. Но только тонко-тонко, Финишек, я чувствую, Финишек, что здесь пахнет любовью. Любви, как у птички крылья, я нельзя никак поймать. Браво, браво. Разнюхаю тонко-тонко, как ваша фигура. Вынюхал. Ни чай, ни кофе, значит, не вредно. Ой, какая-то горничная, сейчас все разузнаю. Чудной человек. Эй, ты! Это вы меня? Тебя, тебя. Подойди, говорю, трясогузка. Слушай, удивляйся. Я камердинер ее светлости, княжны Божены Эндриди. Это что, та дама, которая приехала? Она ничего. Спасибо. Слушай, помоги мне. Я должен все разузнать об этой мадам Марисе. Ее управляющим та сила. Он приходится нам племянник. Что? Да. Он должен жениться. Что вы сказали? Да что сказали? Да мы невесту с собой привезли. Где она? На своем месте. Что? Готово. А что, готовится? Вот это, Тарина, правда. Рисовушка. Барышка.
совершенно верно. Я прошу прощения, что принимаю вас в таком виде. Я просто вынуждена была уволить своего управляющего. Ты очень хорошо сделали. Когда я смотрю на вас, то мне ясно, почему та сила не хочет оружейные спазмы. Скажите, а вам не жаль, что он уезжает? Мне говорит, а вот очень много. Барышня! Барышня! Все разузна. Ну? Все разнюхав. Ну? Это варится с одной стороны медуза, с другой стороны Мегера. Да со всех четырех сторон просто дрянь. Да что ты не сторона нашего тасила? Свои сети затасила. Ты не видишь, что здесь? Нет. Финишев, ты дипломированный осел! Это же мадам Марица. Какое положение ты меня поставил, Финишев? Выкручивайся сам. Мальчишка. Господи, это Марица с одной стороны, а я-то ее щипал с другой. Два талера дал и обратно взял. Госпожа дорогая, простите вы меня, старика, простите вы меня, дурака. Получите талера обратно. Оскорблять себя мы не позволим. Мы не то что деньги, мы чужую нитку не возьмем. Многоуважаемая Марица. Нет, это слишком холодно. Многоуважаемая и любимая Марица. Ни тепло, ни холодно. Дорогая Марица. Зачем вы льете бумагу? Хочу перед отъездом уничтожить компрометирующие меня документы. Ах, да, конечно, вы же очень торопитесь. Очень. Вас ждет невеста. Да, на вокзале. Я знаю. Она красива. Она? Да. Очень красива. Да, я видела. Что вы молчите? Марица, но я же дал слово не говорить вам о любви. Да не надо говорить. Писать-то можно? Я уже написал. А ответ? Прочтите вашу рекомендацию. Thank you.
Молодцы! 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 Браво!